Музычка такая на позитиве. Так. Извините, ребят, задержался. По сайту. По сайту выгрузили статистику. Вы успешно его нокнули. Короче, сайт наш hardplaystyle.ru с мерчем с нашим. 56 заказов. Типа... Чувак! За несколько часов. Вы реально жесткие. Хочу вас всех поблагодарить, ребят, спасибо. Сразу перехожу к стриму, сразу, все, музыку вырубаю. Ребята, я очень вас сейчас прошу. В игре Assassin's Creed Brotherhood. Сегодня у нас первая серия. Вам сейчас громко? Послушайте, пожалуйста. Или нормально? Нет регулировки громкости звука. До сих пор. Ubisoft это не пофиксили. Скажите, пожалуйста, братцы, вам хорошо сейчас по звуку? Меня хорошо слышно. Все ли в порядке? Все хорошо. Не м- ребят, громче. Могу вот так вот сделать, только громче. Все в порядке. Господи, слава богу, я... Я начал копаться на форумах, они до сих пор Ubisoft не завезли этот голос секс. Громко. Громко, да? Давайте я свои минусуши сделаю себе. Помучаюсь, посижу, но вам вот так вот звуковую дорожку убавлю. Вот так нормально? Нормально? Голос огонь. Ну что ж. Так. Все? Все нормально? Видно, все слышно? Наверное, не факт, да? Звук норм, все норм. Окей. Здесь тестовые, ребята, я делал. Давайте оставим все как есть. Все, вы все видите, вы все слышите. Мне главное, это самое важное. У меня очень громкая игра, сразу говорю. Нет в настройках регулировки звука, ребят. Поэтому, ну как есть. Давайте чуть-чуть вот так сделаем. Ребятки, всем приятного просмотра. Извините, что довольно долго задержал эту серию игр. Я с большим трепетом к ней отношусь. Касаюсь, вы сами знаете, как бы подписчиков. Прохожу с самого начала. Добро пожаловать близким. Снова. Жду стрим Касасином. По Mount & Blade. Это Brotherhood, лайк, дополнение. Оно, говорят, не такое длинное, как вторая часть, но с большой радостью я его не хочу пропускать и хочу полностью узнать всю историю. Так что как-то так. Добра, удачи, ну и лайк, подписка. Все, чай, кофе. А с меня контент. Поехали. Давайте-ка я вам, знаете, что даже, наверное, вот так вот сделаю. О, да. Во, чтобы поменьше еще экран занимало. Ну, поехали. Донаты громкие. Вы ж мои родненькие. Сделал потише. Поехали. Спасибо, через VPN, Святош. Через VPN. Ребекка, что происходит? Мне нужно провести диагностику. До связи. Чуть постарше, на пару званий. Дело сделано. Сообщение доставлено. Мы все ушли из этого мира. Больше мы ничего не можем. Остальное зависит от тебя. Что? Какой Дезмонд? Ничего не понимаю. Подожди, у меня столько вопросов.
концовку помните, да? Кто, ребят, не видел, ссылку на плейлист предыдущей части оставлю внизу в описании. Как я по тебе соскучился, мой хороший. Я... У меня прям... О! Спасибо, брат. Как же я по тебе соскучился, родной. Ну, здравствуй. Помню этого. Да, все части буду остаточно проходить, ребят, все. Спасибо. Спасибо за поддержку. Лучше в тверди земной, чем в руках человеческих. Да что ты. Дядя. Мы же отправили одного воина против целой армии. Я беспокоился. Давай, залезай живее. Убираемся отсюда. Эх, сейчас бы вспомнить, как вообще здесь лазить, бегать, прыгать. Е. Понял, принял. Так, вспоминаю, братцы, как лазить. Оп. Я здесь с орлиным зрением надо лезть. Как я скучал по нему, как я скучал по ассасину. Вы бы знали. Это прям вот то, чего мне не хватало. Алехандро, спасибо вам, ребят, что вы меня смотрите. Прекращайте мне спасибо говорить. Реально душевно, спасибо. Дядя, я видел нечто невероятное. Расскажешь свои байки, когда выберемся. Думаю, будет жарко. А я думаю, что Борджа не досчитаются своих людей. Сейчас, ребят, я управление быстренько вспомню особо. Ну, графика чуть-чуть, по-моему, пободрее стала, чуть-чуть. Напомню, по-моему, 11 или 12 год. Напишите в комментариях, какой год игры. По-моему, 12-й. По-моему, 12-й. Что вы здесь делаете? Клянусь богом, вы заплатите за свои преступления. Вы осквернили это святое место. Это не я. Вы осуждаете то, чего не понимаете. Нам пора, Эцио. Идем. А что они нам могут сделать? Ну-ка, щеманулись. Оп. Это я так специально. Это я так задумал. Родриго сумел ранить тебя? Слегка. Не факт, Джаггернаут, не понравился. Броня остановила клинок. А, 10-й год, извините, 10-й. Да, броньку мы с вами в тот раз топовую достали. Как вы можете помнить, наверное. Бронечка, ребят, топовые фиксируется у нас. Заморочились, собрали. Готовься к бою. Опа, здорово, Эш! Что ты делаешь? Поставить тебя, судя по всему. Ха, вспомнить бы, как парировать. А, ты еще держишься? Бона Куэста. Отлично. Хороший удар. Канали. Трика чертей. Сюда, сынок. Миша Боярский. Так, менять оружие, вспомнить. Помню, все, помнят ручки. Помню клинок. Вот они мои. Марио! Сюда.
Спасибо. Дядя, теряешь ловкость. Я сам кайфую, ребята, от того, чем я занимаюсь. Лехандро, спасибо. Мы как одна большая, знаете, компания геймеров. Элдовых. Это очень круто. Я поэтому и прохожу, ребят. Я никогда не гонюсь за хайпом. Ну, мне не интересно. Мне главное сюжет. Главное, как душа на стриме, наверное, вот так вот. Пройти сначала всю историю, чтобы, знаешь, типа, самому узнать все это. Это же интересно. Я, правда, иногда не такой внимательный, но... Опа! Чуть было. Это прием крала. Притвориться мертвым. Просто взял, упал, лежит. Для чего этот танец для дьявола? Тихо. Он кого-нибудь убьет. Да нет, нет, нет. Взял, короче, раз, и потом встаешь раз сразу резко клинком. Так, наверное, попроще. Марио, Антонио! Пицца, пицца! Не понял. Че ты лезть не хочешь? В смысле? Давай, хыть! Хыть! А как-то там был прыжок-то, помните, высокий? Как же я... Ой, я забыл. Как-то высоко прыгать. Надо вспоминать, я забыл. Как-то я высоко прыгал, раз и цеплялся. Яблоко. Решение принимаешь ты, но решай быстрее. Отдай его мне. Потом придумаешь, что с ним делать. Бене. Прыгай! Ох, скоро я в Сочи также стегану. Жестко. Просто вот так вот. Трек просто вынос мозга, согласен. Трек вообще, ребят, топчик. Фига себе, 5000 онлайн, ребят, спасибо. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Так. Надо мне всю боевку вспоминать, я все позабыл, правда. Все вот эти вот парирования, чини-парирования, забыл. А то Минерва рассказала о несчастье из далекого прошлого и о новой беде, что ждет в будущем. В далеком будущем, Неро? Тогда беспокоиться не о чем. Си, быть может, наше дело сделано. Это так плохо? Спорно. Нихера себе. Пока тебя не было, мы обновили арсенал. А, и теперь у вас принято стрелять из пушки по гостям? Извини, мы установили их всего пару дней назад, и ребята пока учатся. А если бы они умели? Хорошо, что ребята учатся. А то бы это все закончилось очень печально. Это же Испания. Пицца, пицца! Антонио. Топоган, спасибо. Хорошо. Учту. Добро пожаловать, Эцио. Оу! Смотри, это же Эцио. Не может быть. Бонжорно. Бонжорно. Повернуться домой. Мискузи. Как же здесь красиво. Мискузи. Ну, я, си, си. Благодаря тебе. Пицца Италия. Тяу, тяу, тяу. Брат. Клаудия. Дядя Ваня. Наконец-то я дома. Как мама? С ней все хорошо. Мне сказали, что ты вернулся, но я хотела сама на тебя посмотреть.
Тебя приехала встретить графиня Форли. Я и не думала, что ты так знаменит. Дядя Вань. Катерина? Мое почтение. Так все кончено. Испанец мертв. Вечером собери всех в кабинете Марио. Там я все объясню. У них будет много вопросов к тебе, Эцио. Клаудия, передай графине, что я с нетерпением жду встречи с ней. Как грубо. Обалдеть, мы тут город отстроили. Активатор воспоминаний. Вы знаете, так, надо, во-первых, карту вспомнить. Как открывать карту? Так, точно, помню. Стоп, не то. Что-то не то делаю. Как-то можно карту открыть. Очень, причем просто довольно. Давайте по воспоминаниям пройдемся. Я не буду, ребят, торопиться, как всегда. Буду проходить очень внимательно. Местные мужчины просто жалкие нюни. Подумать только, никто не хочет мне помочь. Помочь тебе? Сальве. Сколько цветов? Похоже, твоему мужу сильно повезло. Это мне повезло, а не ему. Ты мне поможешь? Настрой. Давай посмотрим, что можно сделать. Наверное, я немного запутала тебя. Да? Я не замужем. Эти цветы для вечеринки. А я приглашен? На день рождения Клаудио де Торре? Спасибо, Влад. Поможешь мне, возьму с собой. Мне очень нужен шикарный спутник. Ты думаешь, я шикарный? Я поняла это, увидев тебя. Ни у кого нет такой гордой походки. Ты бы мог поспорить даже с самим Эцио Аудиторе. О, а что ты знаешь об Эцио? Клаудия его обожает. Женщина, стой! Вот нахера она меня так захвалила? Я уже тут волосы назад подумал, как мы с ней. Наверное, на коне в закат. Я немного запутала тебя. Да? Я не замужем. Эти цветы для вечеринки. А я приглашен? На день рождения Клаудио де Торре? Поможешь мне, возьму с собой. Мне очень нужен шикарный спутник. Ты думаешь, я шикарный? Я поняла это, увидев тебя. Ни у кого нет такой гордой походки. Продолжай. Ты бы мог поспорить даже с самим Эцио Аудиторе. О, а что ты знаешь об Эцио? Клаудия его Спасибо. Обожает. Но он редко заходит к ней. Говорят, Зайду. Они не очень близки. Верно, я редко навещал ее. Нет. Ты? Но ведь это было задумано как сюрприз. Обещай, что не скажешь Клаудии. А что я получу за свое молчание? У меня есть несколько идей на этот счет. У меня тоже? Обсудим это, когда доберемся до виллы. Есть у меня одна идейка. Есть погребок один укромный. Там, развернуться можно, как говорится. Спасибо, ребят, за спонсорки. Добро пожаловать. Теперь поговорим о плате за молчание. Я кое-что придумала. Но есть одно условие. Назови его. Ты должен подождать до завтра. Да какого? Ради тебя я готов на все. Ты не пожалеешь, Эцио. Поверь мне. Ну ладно. Чертовка. Нас заинтриговала женщина. Ладно. Ладно. Я ради такого подожду, чую там. Ух! Не дай бог Динамо будет, блядь, и мне жизнь трещину даст сразу скип игры. В игре не считается, чё минус жена, чё начинаете? Не считается здесь. Это я сам правила придумал. Это игра, это не считается. Не понял. В смысле? Айть! Да что ж такое? Не, ну он так вряд ли зацепится. А, нет, цепляется. Мне кажется, это наверху восклицательный знак. Или все намного проще, и он не... Бля, он внизу. Там, говорит, бандура. Хм. Оп. Так.
Да. Так. Бонжорно. Бонжорно. Нет, все. Марио убьет меня. Я упустил его любимую лошадь. Не волнуйся. Я приведу ее. Благословит тебя Бог. Опа, стой, стой, нет! Стой! Лё. Стой, мать! Да тормози! Да это что ж такое? Нажмите shift, чтобы сесть на коня. Да как же мне на него сесть-то? Он... Shift! 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 Дурак, shift! Ха-ха-ха-ха! Легчайше, с первого раза. Аспект, аспект. А, держи. Спасибо, Эцио. Я уже слишком стар, чтобы бегать за лошадьми. Береги себя. Не бросайся в каждую битву, как твой дядя Марио. Свою битву я уже выиграл. Это отличная новость. Аривидерчи, Эцио. Аривидерчи. Оу, а вы итальянец? Уф. Так, а вот это, по-моему, уже внутри, да? Угу. Угу. Вот сюда сейчас будет потяжелее забраться. Я так понимаю, это через верха. Кто, ребят, также умеет лазить, тоже плюсаните в чат. Кстати, напишите в комментариях, ребят, как долго ждали эту часть. Я безумно рад, что мы наконец-то к ней пришли. Спасибо вообще, в принципе, ребят, за комменты, потому что потихонечку, я говорю, выбираемся из теневого бана. Очень-очень помогает. Как-то мне он туда нужно. А, легчайше. Там есть лифт. Лифт придумали трусы. Ты ёшкин кот. Лё! Так, это и есть новое орудие? Да, сеньор Эцио. Могу я испытать их? Да, но... Давай, скажи ему. Нам не удалось подготовить их к стрельбе, а тот кретин, кто устанавливал их, куда-то пропал. Значит, мне придется найти его. Мы не хотим, чтобы вы зря тратили время. Ничего. О, времени у меня достаточно. Кидалово. Так. Сейчас бы ассасинов кидать. Угу. Слабоумие и отвага. Наш конек. Ты где, сынок? О-о-о. Здорово, отец. Салва, мессере. Мы хотим починить эти орудия, нам нужна ваша помощь. Оставь меня в покое. До полудня я ничего чинить не буду. А вы знаете, который сейчас час? Я делаю пушки, а не часы. Ну, раз вы заняты, их починит кто-нибудь другой. Уне моменто. Я никому не позволю трогать мои пушки. Интересно. У солдат нет никакого уважения к артиллерии. Им кажется, что пушки волшебны. Что они стреляют сами по себе. А ведь орудие нужно чувствовать. Сейчас у нас только примитивные орудия. Но я добыл чертежи одного французского изобретения. Железного убийцы. Что это, интересно? Пушка, которую можно держать в руках. Оружие будущего. Эдуард, они пока что пропали. Пока что. Я, поверь мне, не забыл. Я думаю, что они объявятся скоро. Поверь мне, это еще бы в декабре было. Я очень хочу в War Thunder порубиться. Что вы наделали? Мы стреляли? Они же еще не готовы! Из-за вас нас всех могли убить! Дайте взглянуть. Его перегар еще хуже, чем пушки. Только когда из них стреляют такие кретины, как вы. Вот, попробуйте. О, мне можно шамарнуть разок? Давай. По манекену. Приведи орудие, чтобы проверить прицел. Легчайше. Смотри с первого раза. Заводи, Григорий.
Завожу. Ой, господин. Шо? Да давай, крути! Попал, не попал? Попал. Звук топовый. Окей, Валера. Шотник, спасибо огромное. Нет, нет. Мы лучше в игру поиграем, я очень по ней соскучился. Да что ж такое? Прицел в порядке. Значит, проблема в том, кто стреляет. Ты мне там поговори, кто стреляет. Стреляет профессионал. Во! Ты говорил. Перфекто! Ну, хоть кто-то из вас умеет стрелять. Теперь займемся второй. Мне пора. Спасибо. С первого раза все. Если завтра утром услышите пальбу, не беспокойтесь. У нас будут учения. Ты главное скажи, когда начнутся. Не поможет. Очень смешно. Теперь чини вторую пушку. Запрягли. Так. Все квесты сделали. Пойдемте дальше. Антонио Марио. Дель пунто менто дела ночи. Ау. Ахайо. Ой, сейчас меня одна особа ждет. Ой. Ой. Сейчас мы, как говорится, ну да. Расчехлим бандуру. Здравствуй, Эдсел. Катерина, рад встрече. Что привело тебя сюда? Я хочу заключить союз. Армии папы снова двинулись на Форли. Твои наемники мне бы очень пригодились. 300, как говорится. Возможно, я по смогу первой ссылочке. Тебе. Обсудим это позже. Передай привет, у меня днюха 27 Мама. Лет. Мама. С днюхой и с праздником. Макиавелли. Дело сделано. Дело сделано. Опять это работа? Все закончилось не так, как мы думали. Я вошел в Ватикан и сразился с Родриго. Он использовал папский посох, но я одолел его. Папский посох. С помощью посоха и яблока я попал в сокровищницу. Там со мной заговорила богиня Минерва. Она рассказала, что в будущем человечество ждут страшные беды. Есть пробитие. Но спасти людей помогут заброшенные храмы. Спасибо. Затем она обратилась к какому-то призраку, Дезмонду, словно он был там. Стояла рядом. Потом она исчезла. Удивительно. Чудеса, да и только. В сокровищнице не было того ужасного оружия. Отличные новости. А это богиня Минерва. Она похожа на человека? О, да. Да, но ее слова доказывали иное. Ее родичи умерли годы назад. Видели бы вы чудеса, которые она творила. Кто такой Дезмонд? И где эти заброшенные храмы? Я не знаю. Нам нужно найти их. Расскажи мне про Борджиа. Родриго молил о пощаде? Оправдывался? Предлагал тебе власть? Знал я тоже одну Минерву, одну. Такие ничего чудеса подобного творила. Любопытно. Так. Не думал, что он останется таким хладнокровным? Я пощадил его. Испанец жив? Когда наши враги будут мертвы, тогда и поговорим о сокровищницах и древних богах. Надо было убить его. Мы еще хлебнем горе из-за него. Нет смысла спорить о прошлом. Мы должны подумать о будущем. Нет. Я немедленно отправляюсь в Рим. Эдсел, уверен, у тебя были причины пощадить Родриго. Макиавелли поймет.
Интересно. Второй этаж, наверное. Замок не слабо мы, конечно, отстроили. Воистину не слабо. Опа! Пошло добро. Слушайте, а раньше, получается, воду грели. Это же целый геморрой, да? Получается, без этого. Вот ты и дома. Хамову посмотрим. В смысле? Опа. Пошло добро. Тихо там. Так, ну-ка все дети от экранов. Сидят, хи-хи-ха-ха. Знаю я вас. Ля полезла. Чертовка. Там за Ведьмака, кстати, прилетела. Вы в курсе? Чуть не стрейканули. Партнерка сказала, ничего у вас не получится. Да в смысле? Ну что, еще разок? Да. Ты еще спрашиваешь? Да. У человека всегда должна быть свобода выбора. Что это? А где? А где? Наверное, просто учение. А... Нихера себе учение! Я сейчас с болтом наперевес тут выбегу, нужно устрою. Нужно найти Марио и собрать войска. Мои люди во дворе. Гордер, спасибо. Я проведу их сзади, обойду врагов с фланга. Спрячься. Я сейчас обойду сзади. Ты дурак, ты не забыл ничего одеть? Король Артур на нас напали, блядь! Свистать всех наверх! Нихера себе! Это Борджиа! Я должен был это предвидеть. Должно быть, они пришли ночью. Не смей дырявить мой корабль! Их, пока горожане не скроются. Я займусь этим. Пушки башни над стенами. А я пойду в атаку. Оно у тебя? Оно в надежном месте. Не дай людям Борджиа проломить стены, пока все наши не ушли. Insieme per la vittoria. Вместе к победе. Пошло добро. Дядя, будь осторожен. Хорошо. Так, ну-ка дайте мне нахер до пушки добраться. Я вам ща, бля, устрою. Начинается тут. О, ХП, нет, ничего нет. Бегите, глупцы! Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня... Ох, ёп! Лошадка, живи! Сейчас я вам, бля, устрою. Ох, ёп! Не шутя! Твою мать, такую хату сломали! Да давай, лезь! А где пушки? А где пушки-то, родные? Ох, ёп! Слава богу! Живи, родной! Мы должны задержать их, пока люди не уйдут! Да, я сейчас шамарну им разок! Уничтожайте их пушки, сеньор! Сейчас, мой хороший, сейчас! Дай мне только мышкой докручу сейчас! Ну что, аниме! На, лови, ёпта, аптечку! Шо, поехали дальше! Сейчас я вам... Ёпта! Годлайк! Куда прётся с винящим рылом? Ну-ка!
наши погибнут! Моя семья погибнет! Сосать подано! Тихо! Все пропало! Да хорош диктовать, блядь! Все пропало, все пропало! Ничего не пропало, сейчас шабарнем разом! Хорошо идет! Нормально, нормально! Все понятно, все. Все, да. В смысле, заново. Это сегодня первый стрим. Сеньора аудитория, слава богу. Мы должны задержать их, пока люди... Цельтесь в пушке, сеньор! А, во-во-во, нашел, как быстро поворачивать. Кнопками. Спасибо, чат. Шасть! Заводи! Сейчас, блядь, я вам устрою. Жрать, ёпта! Хорошо! Что ж так укрепление-то быстро падает? Жрать! Хорошо идет. Долго наводится, мой хороший, мышкой долго очень. Вот кнопками, ребят, сказал, смотри, хорошо пошла. Мы должны стрелять в них, сеньор! Да стреляю я! Смотри, трипл килл! Легчайше. Давай, мой хороший, давай, 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 эть! Если они проломят стену, все наши... Не проломят, хорош! Тихо там! На, ёпта! Эть! Заряжай, Григорий. Хорошо, давай! Тихо! Заряжай, че не заряжай. Где? Шар! Хорошо. Так. Хорошо идет. Куда? По кому? Давай! Нормально! Давай, нормально! Сейчас, смотри! Хаясь! Все! Успел! Успел! Вы спасли их! Постойте! Солдаты лезут по стену! Поднять щиты! Куда? Дай! Куда залезть? Куда? Подожди! Лифт! Какой лифт-то? Двигайтесь к лифту! Что это? Что за лифт? Вот это или что? Что? А! Нихера себе! Я врываюсь, блядь! Давай, каналья! Блядь, сейчас я вам устрою! Пошло добро! Давай! Эть! Да я на гноме! Чё, просто так в линягу катал! Куда лезем? Куда лезем? На, ёпта! Я вам устрою! Куда на мой погребок напали? На! Он сейчас помрет, сраку, блядь. Помрет он. Я ему помру, я их
Го ПВП, ёпта, я создал! Я под овербафом! Ух, нихера себе! Удар ногой! На, по яйкам! Получил? Вопросы есть, вопросов нет, пост дал, пост принял. Просто как девок всех слил. А чё, куда дальше-то? Подожди, куда? О, ты опять дурак? На! Ну, и давай! Давай, мой хороший, давай! Хорошо! Они ломают ворота! Бля, чёрт. Да в смысле? Ля ты крыса! Я знаю, что ты там, Эцио! Папа рассказал мне все и про тебя, и про ассасинов. И про это! О-о-о! Пацаны, в бараке крыса забилась, бля! Попадешь, сосешь! Мы пролили столько крови! Думаю, пришло время очищения! Так что считай это предложение. Да в смысле, какое нахер очищение? Твоему. Сука, с зергом взяли, так и думал. Да тормози! В смысле? Баста! Я могу идти. Берегитесь! Они идут! Все на виллу! Аудиторе! Так ничего не выйдет. Ни шагу назад! Ора! Я вам сейчас, сука, устрою. Канале! Крит, крит плюс крит равно убит. Погнали дальше. Ора. Да. Сюда, девки. Только попробуй. На. Как ты это прокомментируешь, а? Оп. Оп. Так, а ну-ка тормозим. Куда в мой погребок пошли? Эцио! Ты, в смысле? Ля ты, тварь! Ну-ка. Сейчас я тебе устрою. Сейчас я тебе чучу на мандрючу. Пошло добро. Сюда, сынок. Не трогай ее. Куда лезем? Пошло, пошло, пошло. Ну-ка, иди сюда. На. Хорошо, двуручные мечи придумали настоящие гномы. Попался, кто попался? На! Стой, 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 мать. Ну-ка, нате, шампала. Помог, фиксируй. Хорошо, мужики, нормально, нормально, нормально. Красиво делаем. Да тебе-то что надо? Хорошо. Поехали. Стой, мать, стой, 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 я рядом. Я их задержу. Иди, иди же. Мы с Эрецио, мы думали, что вас убили. Пока нет. Куда ведет этот коридор? На север, за стены. Никогда не слышал о нем. Пропустите, я помогу нашим солдатам. Красавчик. Пресс-эф. Нихера себе засов. Быстрее, Эцио! Да иду, мать моя хорошая, меня как бы немножко где это... Где мама? В порядке? Я здесь, Эцио. Моя хорошая, живите, мои дорогие, живите. Грациадио. Чё так жестко началось? Путь будет непростым. Береги маму. Пощечина, да-да, тыльной стороной ладони. Шлюхобойка называется. Как в фильме. Не буду говорить, в каком. Сейчас знаете. Где Марио? Я думал, он будет ждать нас. Пехота Борджи окружает город! Марио мертв. Отправляйтесь. Блин, F Марио. Просто все F и лайк на стрим. Все, кто F жмет. Найди коня.
Ты не поедешь ну с нами? Ну как так-то? Ну почему так-то? Куда такое ты? Начало? В Рим. Иди, сын мой, и уничтожь их. Но не забывай, во имя чего сражаемся мы, ассасин. Мать, сейчас разрулю, сейчас отвечаю, я ему устрою сейчас чучу на мандрючу. Блин, мне бы себя перевязать, а то я отлечу точно. У меня, кстати, минус доспехи же, да? Минус вообще все, у меня клинки только остались и шпага выкидуха. Все. Все, и Москва конечная, выход с последнего вагона. Блин, реально его жалко, ну как так-то, а? Люси, я не могу засечь координаты ЧЭ Эцио. ЧЭ? Да что тут вообще происходит? Извини, частица Эдема. Минерва говорила о храмах, о том, что они помогут защитить Землю от опасностей, которые ей угрожают. А, верно. Голос красивый. Спасибо, дядь, только не пиши в ВК. Спасибо. У меня голос вообще изменился в последнее время. У меня он для сел очень сильно. Для этих храмов нам понадобится яблоко Эдема. Минерва изменила яблоко, когда коснулась его. Уф. Постой, мы на вилле Аудиторе? Да, наша последняя база в Италии. Тамплиеры перекрыли границу. Да ладно. Эцио спрятал ЧЭ в 1507 году. Но когда я анализирую этот фрагмент ДНК, он вспоминает что-то другое. Одно воспоминание внутри другого? Да, точно. Да, графон чуть получше стал, чуть-чуть. Возможно или точно? Кажется, у тебя было что-то похожее в Абстерго, не так ли? У объекта 15 тоже наблюдалось такое явление, но она была беременна. Воспоминания родителей зародыша боролись друг с другом. Дезмонд не беременный, насколько я могу судить. Ну, разве что плотный побед. Ты можешь перейти к другому участку? Нет, не выходит. Это уже было. Воспоминания Альтаира не открывались, пока Дезмонд не повысил синхронизацию. Значит, что-то подобное могло произойти и здесь. Эцио в плохом состоянии, и это дестабилизирует память Дезмонда. Либо причина в том, что Ребекка не очень хороший инженер. Спасибо, козел. А что? Просто перечисляю возможные варианты. Нагел. А это один из наиболее вероятных. Неженка. Здесь опасно. Средства сотового наблюдения видят сквозь стены. Ты хочешь сказать спутникового? Шутишь? Абстерго перешла на использование вышек сотовой связи. Волны проходят везде. Они найдут нас. Нет, не найдут. Идем. Охренеть. Пол первого ночи, вас 6 тысяч человек. Ребят, спасибо, извините, что поздно запустил. В следующий раз запущу в 20.00. Извините, у нас такой второй день, немножко сдвиги. Все-таки 23 число, поэтому сегодня решил с близкими побыть. А завтра, ребят, мой единственный выходной. Завтра ход на съемки едем. Какой-то балкой. Здесь мы точно не пройдем. И что дальше? Дорога делает петлю и возвращается к шоссе. Нам нельзя здесь оставаться. У нас брезент есть? Нужно прикрыть фургон. Я не хочу давить на вас, но времени почти не осталось. Тогда помоги нам, Шон. Есть идеи? Ну, не знаю. Может, есть другой вход в святилище? Эй, вроде что-то есть. Воспоминания, типа. Прикольно сделали, кстати. За мной. Я орел! Это было круто. Как-то само собой вышло. Мы пройдем вот здесь. Молодец. Ну, значит, мы вас подождем, работаем мишенями для врагов. Спасибо. Пожилой Кролл, спасибо за спонсорку. Не включается. Наконец-то я на свободе. Чем-то на Resident Evil, да, похоже? Я предпочитаю развлекаться по-другому. Дай угадаю. Ложишься спать в 6 вечера? Что? Дезмонд! Я умею веселиться. Очень убедительно. Убедила. Ладно, ладно. Вот спасем мир, я тебе докажу. А можно мне расписку? Джули, дай вам спасибо, да. Ребят. Спасибо, Алдам. Слушайте, ну графика стала определенно пободрей.
что это было? Со второй части. Я не граф Дрочер, но факт остается фактом. Беги, не дай солдатам схватить тебя. Корете. Ну! Они прошли здесь. Что? Эцио и горожане. После нападения. Теперь я их вижу. Дезмонд, это непросто. Но попробуй собраться. Сосредоточься на настоящем. А если я не могу остановить видение? Может, я скоро начну рисовать символы на стенах? Не шути так, Дезмонд. 16-й мертв. Давай сфокусируемся на настоящем. Сколько ж лет скелету? Я туда пролезу. Мать, я бы так не рисковал. Готов. Ты сможешь поднять ворота? Ага. Нет, я пока еще не хочу кончить, как тот скелет. Я поищу обход. Угу. Все оказалось довольно прозаично. Я могу здесь пролезть в нижний коридор. А летучие мыши? Где? Ну, мало ли, вдруг будут. Напомни мне не ставить тебя в дозор. Дезмонд? Снова призраки. Я здесь. Не уходи далеко. Угу. Это! Крипово, конечно. Тебя не зашибло? Нет, мама не пострадала. Дезмонд, здесь не забраться. Там рычаг вроде как. Может был. Быть, ты меня подсадишь? Привет, с Минска, здорово, плохая ребят. Идея. Может, я подкину тебя, а ты схватишься за выступ? Это еще хуже. Иди за мной. Может так? Что ты собираешься? Спасибо. Всегда, пожалуйста. Интересно, сколько этим тоннелям лет? Средневековье. К счастью, подпорки пока выдерживают нас. После стольких дней в анимусе я уже не уверен. И? Не хочу тебя обидеть, но ты очень растолстел. Да. Я сказала Ребекке опустить анимус. Серьезно? Нет. Она про тебя, про тебя. 100%. Не, я похудел. Не-не, она про тебя. Наверх. Готово. Что-то обидно сейчас было. Когда я был здесь... Когда просто Эцио я, спасибо. Здесь. Ну да, конечно, Эцио. Не нужно было тебя впутывать. Это неправильно. Но если серьезно, то, по крайней мере, я жив. И все благодаря тебе. Сосредоточься на своем пути, хорошо? И с каких пор этим занимаюсь я? Ну, если все рычаги дерну я, что останется тебе? Ничего. Умница. Сам. Готова? Не шутя. Тут переключатель. Что-то открылось. Как, блять, в каком же я игре видел такой же этот не я фонарик? Я тут застряла, но на той стороне какой-то рычаг. Отлично. Эцио принимает ванну вместе с Катериной Сфорца, а я плаваю в туалете. Как же она? Нет, получилось. В Том Райдере, что ли? По-моему, в Том Райдере такие же были. Забыл, как они называются. Впереди еще один рычаг. Иди сюда.
В смысле, иди сюда, как? А. Окей. Черт, как холодно! Хватит ныть! Тебе легко говорить. Ты же не плаваешь в какой-то средневековой помойке. Лара Крофт, да. Как пожилая расхитительная гробница. Ты преувеличиваешь. Не понял. А! Понял. Пошло добро. Не забывай, ты живешь в этом времени. Да, да. Неудачное падение Руфера. Готово? Давай. Тебе не пришлось мокнуть. Тени. Потому что есть ты. Очаровательно. Я такая. Тени. Держу тебя. Спасибо. Эдзо! Мы уже на другой стороне! Фига себе. Прекрасно. Мост накрылся. Здесь нам не прыгнуть. Есть идея, но понадобится твоя помощь. Встань у края и приготовься. Да ладно, он ее подкинуть, что ли, хочет? Готов. Нифига себе, гимнасты. Есть. Давай посмотрим. Да ты иди, чего там? А я тут сдохну на потеху летучим мышам. Хорош ныть. Угу. Прыгай давай. Отлично. Прыгай давай, какашка. Пока что да. Так. Солдаты, я нашел вход. Казалось бы, эти ступеньки куда-то ведут. Но нет. Жизнь полна разочарований. Так. Понял. А, понял. Я тут подожду. Ладно, дай мне только опустить для тебя этот мост. Последний опускала я. Надеюсь, что для тебя последний. Ха-ха, очень хорошо. Погодите, я и мост, что ли, не опустил? Угу. Угу. Понял, принял. Есть! Спасибо, Дезмонд. Спасибо, это... Конечно, хорошо, но, как говорится... Не хочешь мокнуть, люби, как говорится, да. Поехали. Теперь моя очередь сравнять счет. Готово. Спасибо. Уже что-то. Давай, колдуй. Ой. Тихо. Айть. Айть. Так. И чё? Допустим. Допустим. Чё-то маленько фризульки. Ну ничего страшного, ладно, игра старенькая. Бывает. Причём почему-то именно вот в этих катакомбах. Так, ожидаемо.
не вверх. Шутя, она прыгает. Пни ее, я ходить не могу, я бы пинка бы дал с удовольствием. Все, что ли? Какие наркотики? Что делать? Лиф? Багульки и багульки, ничего страшного. Бывает. Продолжаем наш разговор. Знаешь, бывает такой вот. Лес и приуныл. И с каких пор этим занимаюсь я? Ну, если все рычаги дерну я, что останется тебе? Ничего. Шел и приуныл. Готово? Придется немножечко, да, попроходить. Тут переключатель. Шел. Вертикальную синхронизацию поставь. Да, изи, окей. Да, она и так стоит. Мультисэмплинг, я не знаю, что это такое. А, типа этот. Ну, окей. Что-то открылось. Я тут застряла. Но на той стороне какой-то рычаг. Отлично. Эдзо принимает ванну вместе с Катериной Сфорца, а я плаваю в туалете. Так. Есть, получилось! Если снова так будет, это будет очень забавно. Ну, старенькие игрушки. У многих старых Иди игрушек сюда. Такая тема. Тебе легко говорить. Ты же не плаваешь в какой-то средневековой помойке. Это благо, да, вот как недалеко. Ты преувеличиваешь. Настоящие мужики вообще, кстати, не моются. Те, кто моются, только те, кому чесаться лень. Не забывай, ты живешь в этом времени. Да, да. Готово? Давай. Я, кстати, не знаю, как лок на FPS ставить. Ни разу этого не делал. А почему это тебе не пришлось мокнуть? Потому что есть ты. Очаровательно. Я такая. Держу тебя. Спасибо. Да. Более 1 сантиметра это не грязь, да. На другой стороне. Все, что больше 1 сантиметра, сама отпадает. Прекрасно. Мост накрылся. Здесь нам не прыгнуть. Есть идея, но понадобится твоя помощь. Встань у края и приготовься. Готов. Блин, будет, конечно, прикол, если баг повторится. Это Есть. Будет реально прикол. Давай посмотрим. Да прям... ты иди, чего там? А я тут сдохну на потеху летучим мышам. Прыгай давай. Отлично.
Вот облом для летучих мышей. Пока что да. Солдаты, я нашел ход! Я тут подожду. Ладно, дай мне только опустить для тебя этот мост. Последний опускала я. Надеюсь, что для тебя последний. Ха-ха, очень смешно. Есть! Спасибо, Дезмонд. Теперь моя очередь сравнять счет. Да, Бэтмен. Спасибо. Уже что-то. А сейва нет, да? Не в 5 ничего нет, да, на этом месте? Давай, колдуй. Контрольные точки, да-да-да. Может быть, очень жесткий облом. Только контрольные точки добраться. Так, надо обязательно найти, как FPS локается, потому что чуть-чуть подтормаживает, но почему-то в определенных местах. То есть в городе такого не было, здесь почему-то есть. Странно. Ну чё, момент истины. Андрюк, спасибо, добро пожаловать. Ну, женщина, не забагуйся только. Ай, ну ты серьезно. Эх, понизить герцовку просто. Окей, давай попробуем, может быть... Может быть, действительно. Ребят, кто не шарит за этот баг? Вертикалку выруби. Давай попробуем. Женщина. Ну давай, моя хорошая, ну давай. Кстати, да, FPS повысился. Просто до небес. Да, я почувствовал прям. Что делать-то? А, тихо, подождите, да, сохранилось. Вижу. Ну, фиксики сработают или нет? Ну! Ну, давай! Попробуй свернуть, развернуть игру. Пробую. Свернул. Развернул. Давай, айть. Висит. Висит, как яйца у деда. Alt F4 вообще перезайти? Да, кстати, кстати, это может помочь. Так, момент истины.